Так, еще раз, друзья, здравствуйте. Обход продолжается. Так, и я вспоминаю письмо одного из вас, самого дотошного. Я хочу знать про каждый сорт в вашем саду. Вот, хочу знать его историю. Вот, а помните, меня упрекали, что все, что я достаю, это все благодаря науке, это научное, а я так, вот, нахлебник. Ну, давайте смотреть дальше. Апорт, который мы называем 600-граммовый. Официальное название — апорт алматинский. Вот. Ну, можно считать так. Апорты расползлись, переименовались, потому что переделались сами по себе. Давайте смотреть, что из этого получилось. Ну, полюбуемся. Знаете, осталось совсем немного их, вот, потому что он, вот этот вариант, он не зимний, он осенний. Нет, не так, осенний-зимний. Сейчас он весит 400 грамм, но ему еще месяц висеть. И тогда, а почему они начали падать раньше? Необычайно теплое и влажное лето, то, что способствует быстрому созреванию. А так обычно они еще в этой поре могут и до октября довисеть. И тогда они уже зимние. Итак, еще раз полюбовались. Давайте тогда вот на этот полюбуемся. Вот, смотрите. Вот моя ладонь. Вот, да? Нормально. Теперь происхождение. Наука ни при чем. Откуда он взялся? В Алмате. Раз он алматинский называется. Значит, об этом история умалчивает. Его еще называют народный сорт. Ну, кто во что гораст. Возможно, у него были авторы. Может, кто-то присвоил себе авторство. И вот. Все непонятно. Помню Назарбаева. Я его почему-то считал, что его нет на свете. Он, оказывается, есть на свете. То есть он живой. А значит, я должен извиниться за то, что я считал, что он, его уже нет с нами. Вот. И заодно сказать, что Назарбаев призывал ученых Казахстана найти, садоводов Казахстана, найти и вернуть апорт обратно на родину. Вот. А откуда все-таки он сделался? В Сибири. И деревья, которые растут более мощные у его, как бы уже повторного автора, у Чернобаева Леонида Дмитриевича, 40 лет назад приехал, привез из... Не самого, а как же назвал местность, как же он назвал-то. В общем, где-то возле Алматы. Так что наука ни при чем и в этом случае тоже. А я обменялся с ним. Я ему 10 сортов, он мне один. Я ему еще 10, он мне второй. И у меня теперь от него есть апорт алматинский, апорт кроваво-красный и бельхер-китайка. Тоже очень крупные отборные плоды. Вот эти три варианта от него. Ну, а я поделился 20-30 сортов. Персиков, абрикосов, груш, и этих же самых яблонь и так далее. Вот такое у нас сотрудничество. И с гордостью называю его сад продолжением своего. Сад-дублер. Это здорово, когда можно потерять сорт, поехать к нему в Летник города Саяногорска, поселок Летник, срезать веточку и восстановить обратно. Вот это и есть дружба. Творческая дружба. Ну что, достаточно я про него сказал. Вкус необыкновенно вкусный. Вот еще раз. Посмотрите его размеры. Так. Теперь будем считать, что я снял еще один маленький фильм. Так. А за большие меня уже ругали. Так что я закругляюсь.